Всем привет, вы на канале Александр Родионов Влог, и сейчас начинается очень большое путешествие в Екатеринбург, и начинается оно с того, что мне нужно найти, с кем я еду в Баблакар. В принципе, два ларгуса стоят там, вот. Еще пакетик у меня, еще рюкзак сзади. Два ларгуса стоят, но я не знаю, какой из них мой. Вот. Этот не отвечает, кто Ильнар или как его там, мой водитель. Поэтому сейчас будем думать, что делать. Как вы можете видеть, все в порядке. Я сел. Ларгус, который я думал скорее, то, что я на нем поеду, он уехал. Я даже немного волновался, видно меня или нет. Вот, сижу сейчас. Два поедем. Как вы видите, я приехал, иду по Даурской и сейчас заверну на Карбышево, Казанское гетто. Все, я зашел в дом, не вспомнил квартиру, пришлось вспомнить этаж. Вот, это мой почти второй дом, я здесь живу. 10 минут. Вот. Здесь. Классно так. So cool. Hello, Lisa. Вот. Такие дела. Скоро на вокзал выдвигаюсь. Ванечка, это ты в будущем можешь посмотреть на себя. Это Лиза. Это Бешаш. Если говорить по-русски, то ягоды. Да. Учим голландский язык. Вот если я круто ее глажу. Жук. Лиза, а почему ты думаешь, что ты не маленькая? Я большая. Ты большая? Нет. А что ты умеешь делать? Почему ты думаешь, что ты большая? Я не знаю, когда... Я кушаю, когда большая. А, кушаешь сама, да? Да. А Ваня не может, да, еще? Нет. А кем ты захочешь стать, когда вырастешь? Я сам подниму. Кем? Да, трамплином. Трамплином? Вот, вышел с такси, вот это вокзал такой красивый, необычное строение, вот это зимняя Казань такая, вот, львы такие на входе стоят, сейчас, может, покажу вокзал и начинается вторая часть. Вот такие стены здесь, короче, вот мои ребятки. Такой, короче, прикол есть. Видно, наверное. Здесь написано, короче, можно играть на пианино, если кто хочет. Пиано там. Не, спасибо, да. Я, к сожалению, не умею пока. Да. Еще зарядник есть. Так что приходите на вокзал и играйте на пианино, если умеете. А если не умеете, учитесь. Да, у вас есть время, пока вы сюда не приехали, учиться играть на пианино.